Бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сегодня мы узнаем, что же такое отдых у гостей сказочной вечеринки, а именно у звезд украинского шоу-бизнеса. А, отдых для меня – это все-таки уехать куда-нибудь с компьютером и работать там, работать и работать. Но лучше это делать все-таки на берегу моря, лучше ездить в хорошие отели, в проверенные страны, где безопасно. Я очень спокойный человек и люблю полный релакс, 5 звезд, ну и чтобы вот все делалось, как в сказке. Відпочинок? Ну, це переміна роботи, цей відпочинок. Я відпочиваю в спортивному залі, там і душею, і тілом, тому що більше 30 років займаюся бойовими мистецтвами. Це мій відпочинок. Ну, і ще з сім'єю, з внуком, це теж відпочинок вже і для душі, я буду казати, так, і мій якби обов'язок уже. Отдых для мене – це, прежде всего, коли рядом свої друзі. Когда можно с ними собраться, поехать за границу отдохнуть красиво, где вот красивые места такие, знаете, вот как с картинки. Мне очень нравится Великобритания. Вот, не знаю, мне очень нравится город, страна, мне нравятся улицы, мне нравится, как у них люди одеваются креативно. Вот такое все молодежное, в лофт, стиле. Как бы сказать. Я очень люблю пабы посещать, которые сделаны в таком вот именно старинном стиле Великобритании. Очень красиво. Когда вот у тебя отдыхают мозги, вне зависимости от того, какая обстановка, может быть шумно, но ты при этом можешь отдыхать, да, головой. Может быть тихо где-нибудь на море, где-нибудь в лесу. Ну, в общем, когда ты отдыхаешь вот так вот душой и телом, да, наверное, так, это можно считать отдыхом. Отдых – это, наверное, когда мысли только о том, как сходить покушать, как сходить загореть и как, там, не знаю, расслабиться. Ну, вообще люблю где-то на морях, где-то в Калифорнии, либо же где-то в Майами. Там лучше всего. Гранд Каньон в Америке. Это просто это такое удивительное место, которое, я считаю, должен каждый человек посетить в этой жизни. Потому что просто вот посмотреть, вот стать вот перед ним и посмотреть, ты понимаешь, насколько ты тут крупинка вообще во вселенной. Это очень классное ощущение. Вы знаете, для меня отдых в последнее время стал, ну, скажем, приносить такой немножечко, я бы назвала ретритиком его, да, то есть я иногда уезжаю для творческого вдохновения, ну, за границу, иногда в Украине это происходит, на неделю я отключаю мобильные телефоны, я наслаждаюсь природой, я наслаждаюсь красотой места, которое я вижу впервые, я пишу картины и думаю над новыми проектами. Это много работы. У меня нет отпуска. Ну, не бывает. Несколько лет я уже живу абсолютно без отпуска. И это могу сказать, что, знаете, не жалею. Но бывают такие вот пазлы совпадают, и тебе хорошо. Вот этот момент нужно ловить. Вот мне сейчас хорошо, я отдыхаю. Вы со мной разговариваете, я отдыхаю. Я веду машину, я отдыхаю. Неважно, это внутри работает. Это очень здорово. Итак, отдых – это, конечно же, путешествие. Путешествие в морские страны, в Европу, в Америку. Главное – с хорошей компанией и друзьями. И желательно без мобильных телефонов. Бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам.